Соль, чтобы огня не было. Огня не было? Огня не было, да. Вот шашлык будет вкуснее. Он вовремя будет успевать. Сегодня Рашид Арифов вместе со своей семьей выехал на озеро Лебяжье, чтобы, как он говорит, встретить весну по-настоящему и пожарить первое в сезоне мясо. По словам Рашида, он не нарушает закон, готовит на мангале и не дает костру разгореться. Весна, охота, природа уж. Так кушать охота и как-то повеселиться, праздник уж все-таки. Семья Арифовых сегодня на этом месте далеко не единственная. Пожарить мясо на озере Лебяжьем сегодня выбралось большое количество людей. По словам отдыхающих, которые сегодня все-таки решили приготовить мясо на открытом огне, сотрудников МЧС сегодня в парке не наблюдалось. Именно поэтому они продолжают радоваться собственному приготовленному мясу. Но, тем не менее, смотрят по сторонам с опаской. Если вдруг сотрудники МЧС все же появятся, они готовы потушить свои мангалы. Среди тех, кто сегодня выбрался на весенний отдых, есть и те, кто не решился разжечь костер. По их словам, лучше не провоцировать огнеборцев и привезти готовое мясо с собой. Наверное, правы люди, которые говорят, не надо жарить в лесу ничего. Надо приходить туда с готовым продуктом. Ну, все-таки воздержаться, да, то, что от пожаров, они же кто жарят и выпивают, и мало ли огонь и не затушат. Так что лучше, да, со своим вот, ну, со своим нажарить дома курочки с крылышками и прийти. Особый противопожарный режим продлится в республике до 15 мая. Напомним, штраф за его нарушение составляет минимум 2000 рублей. Андрей Трофимов, Дмитрий Аверкеев, Роман Фенин, телеканал «Эфир».